Профилактическая работа по ОСПИ у нас проведена в полном объеме. Все необходимые объемы иммунизации у нас выполнены. Значит, как видим на примере коронавируса, вспышки инфекционных заболеваний, они могут быть, но мы, в принципе, как бы отслеживая эпидемиологическую ситуацию в мире, уже, в принципе, готовы. То есть у нас прошли обучение среди персонала, кто может столкнуться с проявлениями этого заболевания. И наш госпиталь, он по-прежнему работает в полном объеме, то есть развернуто у нас 3 этажа, есть достаточное количество необходимых сил и средств для развития любой ситуации, поэтому, в принципе, морально мы к этому готовы, технологически мы к этому готовы, материальные запасы достаточно имеются. Даже если будет развиваться ситуация по отрицательному какому-то сценарию, то, в принципе, мы готовы. Но, как правило, учитывая вакцинационную кампанию по ОСПИ в течение десятилетий многих накануне, я думаю, что, в принципе, нам это не угрожает и достаточно обойдет нашу страну стороной.